скучно. Лето, в конце концов, нужно куда-то улететь. Так, нужно посмотреть билеты куда-нибудь. Мой планшет. Так, есть билеты до Гавайев. Не очень дорогие. Покупаю вылет завтра. Хорошо, нужно собираться. Чемодан собран, можно ехать. Я в аэропорту, до вылета осталось 15 минут. Поэтому нужно поторопиться. И вот мне на этот самолет. Скоро я полечу на Гавайи, ура! Вот, и какое у меня место? 11. И это где-то вот здесь. Всем привет, говорит капитан корабля. Дебера, пожаловать на рейс самолета 6409. Да почему капитан с нами разговаривает? Что? Почему? Сейчас мы летим на высоте 33 тысяч футов над уровнем моря. Скучно, однако, сидится. Да. Не стесняйтесь исследовать самолет. Я просто посижу. Все-таки в пути скоро. Ну, мы летим, будет длинный путь. И хочется посидеть, отдохнуть. И хочется же прям исследовать самолет. Зачем? Наверное, скоро я начну дремать. Пожалуйста, сядьте на свои места, мы приближаемся к зоне турбулентности. Почему с нами говорит капитан, а не стюардесс? Меня это мало смущает. Ну ладно, нужно расслабиться, все-таки мы летим на Гавайи. Что произошло? А, турбулентность. Но турбулентность же не такая сильная. Ну ладно. Спасибо за сотрудничество. В окошке так красиво. Время обеда. Ох, бутерброды, это неплохо, неплохо. Привет, экипаж. Сейчас мы будем есть вкусные бутерброды. Ох, спасибо, стюардесса. Вкусный бутерброд. Можно посидеть и расслабиться, посмотреть в окошко. Что такое род? Да, род. Подождите, в бутерброд был майонез. У меня аллергия на майонез. О, нет, род. Что ты сразу не сказал это стюардессе? А, нет. Быстро, надо найти аптечку. Фух, я нашла его медикаменты. Это было просто. Фух, это было близко. Почему не могу сесть? Это же мое место. Ой, не мое место. А как? Добрый день, пассажиры. Я сообщаю, что мы летим на максимальной высоте. Самое время, чтобы вздремнуть. Правда, вздремнуть было бы неплохо. Что такое? Спокойной ночи, пассажиры, но не забудьте размять ноги, нам лететь еще несколько часов. Я уже спала. Зачем ты меня разбудил и сказал спокойной ночи? Ах.
Удобное однако сиденье. Большое, такое приятное. А! Что происходит? Ребята, посмотрите, что на первом крыле. На правом. Первом. Какая разница? Что там? Что ты здесь делаешь, чувак? Ты умрёшь. Нет. Это змеи. Змеи. Какая мерзость. Что мы здесь делаем среди змей? Как змеи вообще оказались на самолете? Кто их привез? Ребят, туалет открылся туда. Там мы будем в безопасности. Ты прав. Будет неплохо спрятаться. Ай. Меня укусила змея. Страшно. Что это было? Как на самолете оказались змеи? Это было страшно. Мы должны обсудить, что происходит. Вот, я согласна. Нужно обсудить, что произошло. Почему на самолете оказались змеи? Это ненормально. Откуда они взялись, что они там делали? Ох, непонятно. Кто-то будет выдвигать свои версии? Видимо, никто. Фух, наконец-то мы смогли выйти из туалета. Сила вернулась. И змеи исчезли, слава богу. Существо на крыле тоже исчезло. Жуть. И правда. Хорошо, что оно ушло. Пассажиры, у меня есть хорошие новости и плохие. Что за хорошие и плохие новости? Хорошая новость, сила вернулась. Плохая новость, мы сильно теряем кислород, наденьте кислородную маску, быстро. Маска будет защищать тебя, пока не стабилизируется кислород. А на самом деле странно. Неужели кто-то решил открыть окно? Что происходит? О боже, что это? Похоже на бомбу. О нет. Бомба? Мне кажется, это не бомба. Что мы будем делать? Все хорошо, успокойтесь. Фу. Если мы найдем что-то острое, то мы сможем спасти XD. Хорошо. Я нашел ножницы. Это неплохо. Какой кабель резать? Я режу синий. Нет.
Звезда! Он не выжил, но мы должны продолжать, если хотим жить. Грустно. Давно мы не слышали о команде, мы должны найти их, чтобы поверить, все ли в порядке. Да, правда. Сердец как-то не видно. Нужно их проверить. Верно. Я нашла их! Они без сознания! Нам нужно предупредить капитана. Быстро доберемся до комнаты капитана. Она закрыта. Там что-то происходит, капитан в беде. Это дверь с кодом, мы должны найти код. Да, я видела где-то код. В той части самолета. Шесть, восемь, восемь, два. Бежим! Куда код-то вести? Так? Нет. Как ее открыть? Как открыть? Как открыть? Где этот замок? Да билет мне здесь не поможет. Я нашла код. Хорошо. Мы открыли дверь и теперь заходим к капитану. Капитан, с вами все в порядке? Этот монстр! Ну что вы сделали? Я привел тебя сюда. Это невозможно. Почему мы должны умереть? Почему? Пора тебе умереть. Почему именно сегодня, когда я лечу на Гавайи? В загробном мире. Куда он исчез? Капитан без сознания. Самолет падает! Самолет падает, что делать? Нужно найти кнопку автопилота. И как ты предлагаешь найти эту кнопку? Тыкать на все? Серьезно, на все? Нажимайте все кнопки. Может привести еще к большей аварии. Ну ладно, выбора у нас немного. Фух, я нашла. Вот она. Мы спасли самолет.
Согласна, Милана. Я просто хочу домой. Я просто хочу на Гавайи. Теперь все, что нам нужно, найти телефон экстренной помощи, чтобы позвать на помощь. Хорошо, что сейчас все позади, и мы скоро будем спасены. Здравствуйте, нам нужна помощь. Наш капитан без сознания. Мы отправим вас домой через несколько минут. Вы в порядке? Режим автопилота включен. Хорошо, мы отследим ваше местоположение и возьмем контроль. Есть еще одно задание, нужно, чтобы кто-то держал курс. Найдите кого-то, кто сможет быть вторым капитаном. Я думаю, я смогу быть вторым капитаном. Фух, хорошо все, что хорошо кончается. Ладно, я разберусь. Что ты здесь делаешь? О нет, он вернулся. Последний шанс, котик. Разбей самолет, и мы будем править миром. Я не поведусь на твои хитрые уловки. Вы люди такие слабые. Оно пропало. Что оно имело в виду, когда сказала, что еще вернется? Почему ладно, домой? Плевать, поскорее бы домой, иначе меня стошнит.